Пригласительный билет на районное театрализованное представление «Маскарад в царстве Снежной королевы», прошедшее 27 декабря в рамках благотворительной акции «Наши дети», получили ребята, отличившиеся в учебе, спорте, творчестве, дети с ограниченными возможностями из многодетных и замещающих семей. В очередной раз Новолукомольский дворец культуры собрал детей со всех уголков района. Всего в новогоднем празднике приняли участие 500 школьников. Перед началом представления ребят пригласили повеселиться у елочки. С удовольствием они водили хороводы, танцевали и играли вместе со Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Мальчишек и девчонок поздравила начальник отдела по образованию Чашнинского райисполкома Анна Владимировна Дерко. Она пожелала ребятам здоровья, хорошего настроения и незабываемых каникул. Затем для юных участников развернулось театрализованное представление. Прекрасный подарок собравшимся преподнесли творческие коллективы Новолукомольского дворца культуры, которые предложили зрителям поверить в новогодние чудеса и отправиться в волшебный мир приключений. Представление было построено на постоянном общении со зрителями. Ребята с большим интересом следили за приключениями главных героев, помогали добрым персонажам одолеть зло. Как водится, сказка всегда заканчивается хорошо. Финал новогоднего театрализованного представления также порадовал. Добро победило. А главный герой праздника, Дед Мороз и его команда, в очередной раз помогли поверить, что чудеса бывают.